День рождения – грустный праздник. Медведь, которому исполнилось 16 лет, не весел. Работники зоопарка уверяют, сладкий подарок изменит настроение Косолапова. В Самару Умка попал трехмесячным медвежонком. Весил тогда всего 5 килограммов. Сейчас уже 4 центнера. В день Мишка съедает по 12 килограммов каши, рыбы и овощей. По характеру самарский Умка больше похож на Винни-Пуха. Он настоящий сладкоежка. Одно из любимых лакомств медведя – бутерброды с медом. За месяц он съедает 3-литровую банку меда. В день рождения Умку поздравляют дети, а от зоопарка презентуют медовый торт. Маленький, важно не перекормить медведя сладостями. Из-за разнообразного рациона и комфортных жилищных условий в спячку Умка не впадает. Хотя в морозы дремлет больше обычного. В летний период он более активен. Зимой вот он только встает вот с утра покушать, позавтракать, потом в обед уже основную еду поесть, потом идет спать сразу. Страдает Умка, пожалуй, только от одиночества. Медведицу ему так и не нашли. Места для двоих в зоопарке мало. А ведь у этих хищников год за два. В пересчете на человеческий возраст Умке уже 32. Не впасть в уныние Мишке помогают верные поклонники. Специально к этому празднику маленькие самарцы своими руками сшили несколько десятков плюшевых копий Умки. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.